Привет всем! Давно не виделись. Сегодня необычный день. Сегодня я пошла на карнавал. Я не поснимала рождественскую ярмарку, но так получилось, что через месяц по всей Германии такой ненациональный праздник проходит, типа День всех дураков. Я немножко почитала историю об этом празднике, об этом шествии карнавальном. Потом параллельно расскажу, может быть, фоном наложу. Ну, в общем, должно быть интересно. Я сегодня одна, потому что сегодня это так как национальный праздник все-таки. И день считается рабочим. Единственное, что не работают до конца дня рабочего. То есть полдня все работает. Продуктовые магазины сегодня. Вот. А так день считается рабочим, поэтому Миша, как видите, не со мной, а на работе страдает. А у нас два выходных сделали на работе. Это был вчерашний день. По-моему, это было начало Масленицы, если не ошибаюсь, в России. И здесь тоже Масленицу отмечают. Ну, а сегодняшний, получается, карнавал. Это как бы такой день, когда у христиан скоро будет предпасхальный пост. И, по-моему, 23 февраля, да? Пост начинается. Поправьте меня. И вот люди в этот день, в общем, в этот карнавальный день отрываются, едят вкусняшки, веселятся, пьют алкоголь, не знаю, что там еще нельзя на пост делать. Ну все, пойдемте поснимаем, что там происходит. Мне самой интересно. Кстати, карнавал начинается в час дня, то есть официально он уже должен начаться. Чуть шторка не опускается. Извиняюсь за звук, я сегодня опять без микрофона, но мне кажется, прикольно без микрофона снимать сегодня, чтобы вы слышали всю эту атмосферу. Это центральная площадь. Тут свободненько довольно. Я думала, что на центральной площади будет очень много лавочек с едой. Видите, я все пропустила. Вроде бы как вся эта карнавальная заваруха уже как неделю длится. Не в плане шествия, а в плане того, что здесь была большая ярмарка. Вроде бы как. Ну, пока что ничего такого интересного, но есть люди такие наряды некоторые. Ну так. Не сильно экстравагантно. А вот, кстати, большая-большая очередь, толпа выстроилась. Сейчас попробуем залезть туда в толпу, чтобы начало не пропустить. Постоим, подождем. О, какой-то викинг бежит. Да, конечно. Тут сильно не пролезть в центр событий. Ну, это самый центр, поэтому сейчас центральная площадь, немножко подальше отойдем, где-то на окраину. Ну, я думаю, Миша не жалеет, что пропустил это мероприятие. Как я уже сказала, мы не сильно это все любим. Мы больше любим такое, где тихо, где что-нибудь средневековое, посмотреть, прикоснуться к истории. Вот, давайте вот чуть подальше. А то там дети, здесь вот встанут. Вот прошло уже полчаса с начала, ничего не происходит. Ну, видимо, конечная точка у них не в центре, и идут где-то издалека. Пока до нас дойдут медленным шагом. Но уже слышится где-то там далеко-далеко отголоски барабанных установок, еще каких-то инструментов. Может, уже подъезжают. Люди стали так суетиться, выглядывают все. И такие маленькие прилавки с брецелями быстро-быстро уезжают в сторону. Вот они тут повсюду катаются с национальной сухомяткой. Спустя, наверное, полчаса, как я нашла это место, карнавал добрался и до нас. Я уже хотела идти навстречу этому шествию, думала пораньше начать снимать, а потом услышала музыку и поняла, все, наверное, идут. Вот такие веселые мальчики и девочки в костюмах шутов или, не знаю, орликины, кто это, открывали этот карнавал.
прежде чем сюда прийти, я немножко в автобусе почитала историю об этом празднике, который еще уходит корнями в средневековье аж. И, по правде говоря, когда я за всем этим наблюдала, я поняла, что, видимо, праздник потерял какие-то свои традиционные части, элементы. Потому что начало карнавала, конец карнавала, он должен быть немножко изначально другим. И по прошествию этого карнавала вечером, раньше, видимо, не знаю, в каких это годах было, сжигали чучело, которое символизировало чуму. Ну так, по крайней мере, я на немецком сайте прочитала именно об этом празднике. Но ничего подобного не было. Я, конечно, ушла домой с Мишей пораньше, но в центре на площади не было никакого чучела, ни кострища, да, ну и вряд ли это было бы разрешено. Ну, собственно, вот такой карнавал получился. Это шествие продлилось недолго, но максимум, по моим ощущениям, минут 40, наверное, но максимум 50. Я думала, будет подольше. Может быть, в силу того, что у нас город небольшой и не сильно туристический, я думаю, многие организации, команды все-таки двинули в города покрупнее, чтобы больше народу их увидело. Это своего рода такое шествие из разных организаций, частных и городских, которые придумывают себе такой образ, наряжаются в костюмы, строят такие необычные прицепы или там машины, как-то так оборудуют, чтобы было необычно и красиво. Я так поняла, что тематики одной не было, может быть, в этот раз, может, и никогда не бывает, потому что были сказочные персонажи, и космические, вот вы сейчас видите из... Там что-то понамешанное из «Звездных войн» и просто там ракета НАСА, и все подряд. А это мой баннер, который я делала на работе. И вот ребята идут в костюмах пожарных. Это наши клиенты, их офис располагается в Шопхайме, где я работаю. Они часто к нам обращаются, чтобы мы вышили что-нибудь на одежде или там какую-то наклейку сделали, или в данном случае вот баннер отрисовали. И сегодня я уже на работе узнала, что все это шествие не просто какой-то яркий карнавал, но еще в том числе и конкурс среди всех этих организаций. И вот эти ребята заняли 3-е место. Я, собственно, им бы первое дала, потому что они действительно без всяких супер-пупер навороченных машин, да, интересных, и в относительно простых костюмах очень прикольно выступили ярко. Ну вот, у них, по-моему, даже больше всех народу было в коллективе. А еще одна из традиций этого карнавала — раскидывать конфеты. Конфета по-немецки будет бонбон, кстати. И вот они эти бонбон кидают под ноги на асфальт, и дети их жадно-жадно скорее подбирают, ну или родители этих детей, и отдают детям. И как раз сзади меня стояла толпа детей, и я устала отодвигаться туда-сюда, чтобы они из-под ног моих конфеты скорее подобрали. А вот, кстати, едут ребята, по-моему, которые заняли 1-е место. Ну, по крайней мере, то, что я слышала на работе, они их обсуждали. Ну, у них действительно тоже сложная машина была. Как, не знаю, трак, да, они, получается, так оформили, задекорировали. Ну, и тематика прикольная. Марио все знают, Супер Марио. И там ребята наверху в костюме Марио стояли. И принцесса, видели, сейчас такая проехала в платье розовом, но, правда, с шубой, поэтому платье этого не видно особо было. Ну, и так они там весело танцевали, весь этот трак трясся туда-сюда, я думала, сейчас завалится на толпу, но вроде крепко сделали. Hello!
Ну, из транспортных средств, наверное, преобладали все-таки трактора, потому что они действительно яркие, удобные, медленные. Они хоть и громче гудят, чем те же самые траки, но тракам приходилось все время очень громко гудеть, сигналить, чтобы народ расступался, чтобы, не дай бог, никого не задавить, а то все-таки кабина высокая, не видно, кто там снизу бегает, очень много детей. А трактора едут себе спокойные. Ну и плюс они еще все-таки прикольные. Вот последняя команда, которая заканчивает этот карнавал. И вот то, что вы видео увидели, это я практически все включила в это видео. Ну, понятно, что чуть-чуть быстрее, чем я все это наблюдала, пролистала. Но вот такой коротенький карнавал получился. Ну все, не знаю, то ли это первая часть закончилась. Потому что я вижу многих людей, наряженных в костюмах викингов, каких-то традиционных, национальных. Вот там вообще индейцы стоят. Но они почему-то не принимали участие. Может быть, чуть попозже еще какая-то часть будет идти. Потому что я читала, что вообще по окончанию всего этого шествия вроде как должны еще сжигать какое-то чучело. Но тут я тоже ничего не вижу, никакого чучела. Может, это какая-то устаревшая информация. Ну, конкретно про этот праздник было написано немножко по-другому. Ну вот, примерно, наверное, минут 40 заняло все это представление. Я, наверное, вот сняла то, что вам показала. Это все, что было, в принципе. Сейчас мне нужно шагать на центральную остановку, потому что мы с Мишей договорились, что вместе поедем домой. Он как раз сейчас звонил. Пробралась кое-как. А? Да, здесь просто тьма. Все, идем с Мишей домой. Вот это у них, по-моему, конечный пункт. Как раз то, что проезжало мимо нас. Сейчас тут стоит все. Но там еще шествие продолжается. Просто они, видать, так разряжены. Там стали ехать, ну, чтобы вот это скопление потом... Тут не случился затор. Все, конец, так быстро. Я думала, будет долго, до самого вечера. Они так быстро отстрелялись, и все. Вот как раз группа людей, которая открывала вот это все мероприятие. Это ресторан наш мексиканский. Ну ладно, пока еще маленькое время есть, местечко для видео. Сниму нашу погодку сегодняшнюю. Все, у нас сегодня уже плюс 10, да? Или больше? 13. Но все равно уже ощущается вот эта весна. Я очень-очень легко одета. Я вот буквально у меня футболочка и тоненькая курточка. Ну, то есть все, весна пришла. Вот эти все запахи, знаете. Кто-то что-то жжет, костров каких-то непонятных. Хотя здесь костры нельзя жечь, но почему-то запахи эти присутствуют. Ну, может быть, потому что в центре грилят. Грилят? Ну, да. Здесь можно сжигать, веточки сжигать. Как у меня дедушка делает, он спокойно сжигает веточки у себя в камине. Ну да, в камине все жгут. Все, сейчас попробуем добраться домой на автобусе или пешочком, как получится. Ну все, кончился наш праздник. Ну, он еще в центре продолжается. А я уже вернулась домой, гуляю с нашей дамочкой. У нее началась весна, девочка созрела, все. Началось вот эти любовные страдания, недвусмысленные позы. И мы уже две ночи не спим. Да?
Девочка у нас становится заинственной. Но, к сожалению, тут котиков с бубенцами нигде нету. Так что, мне кажется, я даже и на улице нечего понюхать. Обещала в комментариях, писала, что будет видео о работе, но о работе я еще мало что поснимала. Хочется как-то снять, что я там делаю, на каких станках иногда приходится работать. Вот, только часть сняла, но мне кажется, этого маловато. В общем, посмотрю, какое по длине видео получится. Если слишком короткое, 10-минутное, то, может быть, ставлю кусочек про работу. А если нет, то про работу немножко попозже выйдет. Заметила, у нас вот повылазили уже маленькие ромашечки. Вот такие. Это ромашки? Или нет, наверное, что-то другое, да? Ромашки же как-то кустиком растут. Вот, и эти, как там, пирульки, сережки на дерево. Сейчас подойдем с Кисой. Пойдем покажем, что у нас весна начинается. Сейчас понюхаешь, что ты там вкусненько унюхала. Что, невкусненько, да? Пока мы с девочкой гуляем, Миша открыл все окна и двери в нашем доме. А то с ней не откроешь. Недавно Миша окно чинил, он то. И форточку открыл, и пока там ковырялся. Ну вот, буквально он там стоит всем своим телом большим и ремонтирует форточку. И кошка раз, короче, выпрыгнула и побежала. Просто прям рванула куда-то туда. А уже были сумерки, и Миша хорошо был в тапочках обут. Тоже через окно вылез. Упал, подвернул немного ногу, побежал за ней ловить. Вот, а потом люди спрашивают, почему вы ее на поводке прогуливаете. Ну, не в комментариях, я имею в виду, просто иногда гуляю, и тут местные жители спрашивают, мол, это жестоко, а вы как ее без поводка? Вот ее сейчас выпустите. Она же пропадет, убежит куда-нибудь, она же дурочка у нас. А не выпускает, тоже как-то жалко животное. Она лучше так с поводком погуляет, но зато понюхает, скажи, все, да? Посмотрит на мир. И еще из таких новостей, может быть, кому-то интересно. Нам пришел перерасчет, получается, в начале февраля о том, что мы перерасходовали электричество на 360 евро. Но мы платили вообще, в принципе, мало. На двоих мы платили за месяц по 52 евро, хотя я знаю, что, ну, в зависимости, конечно, от потребления, да, от дома, в принципе, от приборов, у нас, в принципе, все экономное, и тем не менее, 52 евро — это очень мало. У нас знакомые платили, ну, от 60, и некоторые до, там, 160, если там большая семья из 4 человек. Так что мы платили мало, и поэтому я считаю, что, скорее всего, вот этот перерасход, не в принципе, что мы слишком много нажгли, скорее всего, что изначально наш договор был слишком занижен, 52 евро. Мы заплатили 360 евро, и с этого месяца мы будем теперь платить по 105 евро, но это, в принципе, немного. И насчет отопления и воды. Я знаю, что нашим многим ребятам уже прислали перерасходы, кто-то не дотопился. Кто-то перетопился на чуть-чуть, но, в принципе, ничего не поменялось. У нас в нашем приложении Довония, Довония — это арендодатель, у которого мы снимаем, мы платили в том году по 70 евро за отопление и горячую воду. Кошка уже вся извалялась. Вот, собственно, на чем остановилась. Нам сделали новый договор, и ничего по сумме не поменялось. Осталось также 70 евро за воду и отопление. Возможно, мы экономили очень, но странно, что даже не на 5 евро, не на меньше, не больше. В общем, такая сумма и осталась. Не знаю, возможно, как-то попозже придет, хотя договор новый уже нам сделали. Не могу ничего сказать. Видимо, здесь ничего не поменялось. Ну все, пришли мы домой. Наверное, будем досвиданькаться. Всем хорошего настроения, хорошей до конца рабочей недели, начало следующей, в общем. И да, кстати, с приближением вас весны. Масленичная же неделя идет, конец зимы и все такое. Поздравляю вас. У нас, кстати, тоже блинчики там стоят. Сейчас пойдем чай пить. Ладно, давайте. Целую всех. Люблю. До следующего раза. Пока-пока.